Всем привет. Так, ну у меня тут гига заспаунилась. В прошлый раз мы как бы не дошли до нее. И как бы она вот там, зараза, она у меня на горе. И как бы сейчас пойдем с ней разберемся. Да, дружочек мой? Пойдем. Так, где-то она вот тут у нас была. Да, бегает, конечно, он корявенько. О, что тут у нас такое интересненькое? Ты дурачок. Так, управление тебе говно, конечно. Не знаю, я мишку приручил. Так, прыгай, ты не можешь, да? Ой, господи, ты как дурак прям. По скалам ты, конечно, ходишь плохо. Че, тут кого-то сожрали? Еще лигл себе прокачаем. Все, нормально. Все счастливы. Что это? Дерево. Так, где-то он вот здесь был, гад. Потому что мне нужно его сердце, блин. Я перезапустил шушуть карту, блин. Потому что он не хотел прогружаться, у меня ни хрена появляться. Сейчас мы его найдем. Не знаю, что мишка у меня выстоит против него. Вон он, гад, стоит. Угу. Там у нас какой-то 30 какой-то он, да? Где он есть-то? Вот он. Сволочь. Сейчас пойдем посмотрим. Что мне надо металл добывать. А как его добывать? Непонятно, здесь эта сволочь ходит. Он у меня сожрет. Нахрен жипку, блин. Я раз, сожрет, блин. Так, ну выгляни в окошко, ты козел. Козел. В окошко, говорю, выгляни. Алло. Я говорю, выгляни в окошко. Кошмар, блядь. Иди сюда, сука. Да, урон на нем мозг. Чё, как твои дела? Нормально? О, жопи на них. Чё это там? Альфа Рекс? Так, ты меня, наверное, пойдешь в пещеру, да? Пойдем еще Альфа Рекса сейчас замочим. Чтобы было для лучшего счета. Что я его готовлю на пещеру, которая снежная. И он мне нужен. Как бы такой он маленький. Небольшой. Сколько? Охренеть, этот пожестче. Конечно, не намного. Но пожестче. Фью. Вот такие его дела. Вот такое сегодня маленькое коротенькое видео. Сил, мы победили. Чё надо? Я вас всего освободил. Да, вот эти прыжки у него дебильные, это прям меня бесит у него. Да хватит прыгать, как осел. Кошмар. Полет он все мне тут устраивает. Сволочь. Да, вот это у него, конечно, с полетами беда. Да-да-да. А как ты так ягоды собирал? А, у тебя перегруз. Ёшки-то. Тебя перегруз. Здорово. Ну, все хорошо, все замечательно. Сейчас пойдем нахрен выгрузимся. И попрем на ледяную пещеру сходим, блин. Вон, я гляжу, такой прям нормальный, замечательный. Да-да-да. Вот этот бег у него дебильный. Я вообще не пойму, зачем кто ему придумал такой. Когда на шип нажимаешь, он начинает вот так тупить. Типа как он разгоняется зачем-то. Хотя зачем, вообще непонятно. Ну, такое вот маленькое приключение. Все. Всем пока-пока. И до встречи на канале.